Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем недельную главу «Шлах». Знаете, нам описывают то, что происходило с нашими предками, с Золотым Тельцом, с разведчиками, чтобы показать, что не так все просто в этом мире, что, к сожалению, глубокому приходится платить по счетам не только нам за наши действия, но и нашим детям и нашим многим-многим поколениям. Вот написано, что любое бедствие, которое приходит в мир, содержит в себе часть наказания, например, за грех Золотого Тельца. Так сказано. И мы задаем себе вопрос, не только для того, ведь того, чтобы понять, что было тогда, там, нам надо правильно вести себя здесь. Да? Потому что Тора – слово одного корня с ора, преподавания. Значит, что-то нам здесь преподают, рассказывают. Это книга инструкции, уроки, которые нам дают, они вечно актуальны для каждого человека и в каждом поколении. Что, например, побудило создать Золотого Тельца? Ясно сказано в Торе, народ увидел, что Моше долго не сходил с горы. И Раши нам объясняет, что перед тем, как подняться на гору, Моше сказал, что по окончании 40 дней он придет в течение 6 часов. Они полагали, что в тот день, когда Моше поднялся, входит в число этих 40 дней. А Моше имел в виду полные сутки там. И в тот день, когда он поднялся, это было еще не полными. И вот эта ошибка в вычислениях, ошибочное предположение, и вот все началось. Если глубже, эта ошибка была обоснованной. Не так все просто было. Для чего нам это рассказывают? Давайте разберем и это. Был такой Раби Пинхас, автор Афла, он предложил такое объяснение. До дарования Торы день считался началом суток. Ночь шла за днем. Не так, как сейчас сказано, и день, и ночь не прекратятся в книге Брешит. Сначала день, потом ночь. Это было, пока Всевышний не сказал Моше, от вечера до вечера отдыхайте в день отдыха вашего. То есть с тех пор мы считаем, что с вечера. То есть все идет за словом Бога. Вот как он говорит, так и идет мир. Мы все привыкли начинать отсчет суток с наступлением утра. А Моше поднимался на гору с рассветом. Поэтому все поняли, как привычно. Ну вот так вот будет 40 дней. Ведь он ушел в начале суток по старому стилю. Они не поняли, что Тора уже дана, и что сутки отсчитываются по-другому, с вечера. И когда ушел Моше, день неполный. И когда закончились 40 дней, это они удивились, растерялись, испугались и создали что? Золотого Тельца. Здесь корень любой ошибки. Когда Моше спустился, рассказал им, уже было поздно, скрижали были разбиты, приговор вынесен и так далее. Чему это должно нас научить? Иногда у человека есть провокационные вопросы к Торе. Что-то он не понимает, он уверен, что здесь что-то не так, его что-то удивляет, он видит, что вопрос правомерен, его аргумент решающий, и начинает расшатываться вера. Ему кажется, что можно без страха действовать в соответствии вот с собственным мнением. И тогда его призывают, подожди, остановись, не совершай действия. Если ты чего-то не понимаешь, может быть, просто у тебя не хватает клепки тут. Подожди один день, подожди один год, ты не все знаешь. Рамбан был не глупее тебя, и там Шимон Бар-Яхай, и Ермиягу, и пророк Ильягу. Почему ты думаешь, ты самый умный? Они все знали, в том числе и твой провокационный вопрос, и знали ответ на него. Они верили, соблюдали заповеди, и удостоились пророчества в соответствии со своими заслугами. Надо набраться терпения. Здесь вопрос терпения. Если узнаешь ответ на том мире, через год, через два, потрясающе. Если нет, узнаешь в следующем мире. Бен Ишхай рассказывал историю о Хайме Витале. Около 400 лет назад Хайме Виталь написал, что воздух имеет вес. И основывался он на стихе книги Йова «Ветру дал он вес». Все смеялись над ним. Какой вес? Ну это, если бы был вес у воздуха, нас бы всех раздавило, мы бы ходили сгорблены. Ну, логично. И все ученики Виталя говорили, да, аргумент серьезный, у нас нет на него ответа. Но так написано, это истина. Представляете, какая была реакция на такой ответ? Но сменилось много поколений, и наука установила, что воздух обладает весом. Более того, еще теплый воздух легче холодного, водород легче кислорода, изобрели шар, цепелин там. А как же вот эти вот аргументы неубиенные? Теперь ученые продвинулись и сами насмехаются над теми, кто его приводит. Они говорят, что у воды есть вес, но это не мешает рыбам, которые приспособились. Видите, растаял аргумент. Было все подтверждено, истина. Это нас опять учит. Слова Моше – истина, Тора – истина. И на каждый вопрос есть ответ. Может, мы его не знаем. Нам надо идти прямым путем, и все. То же самое с разведчиками. Мне кажется, что человек, который не написали мудрецы, что не хочет видеть Бога, не увидит его, даже если он совершит для него величайшие чудеса. Как случилось с разведчиками. Во время вот недавних войн в Израиле все видели руку Бога.
Но когда все заканчивалось, дурное начало начинало вытеснять, и вот уже, вот что мы должны опять выучить из сказанного? В предпоследнем благословении молитвы Амида мы говорим: благодарим тебя за чудеса, происходящие с нами каждый день. Все, что от нас требуется, захотеть увидеть руку Бога в тех событиях, которые происходят с нами каждый день. Каждый. Нет того дня, где нет руки Бога. Брахавы от слаха.